Дом я тебе заранее протопил. Заходи. Заходи, заходи. Че? Проходи, садись, сейчас стоишь. Сразу ключи. Тут кругом один лес. Об этом доме и месте никто, кроме меня, вообще ничего не знает. Неподалеку есть лесничество. У мужиков есть оружие, есть снегоходы. Если вдруг что-то пошло не так, связываешься с ними вот по этой рации. Они здесь будут через 5 минут. Поняла? Да. Так, едем дальше. Дом старый, но надежный, теплый. Посуда присутствует. Вода горячая, холодная. Микроволновка пашет. Здесь кофе. В холодильнике есть продукты. В общем, короче говоря, хозяйничай. Это вот еще что. Прости. Ну, ничего не бойся. Если что, то я на связи. Хорошо. Табельное оружие. На всякий случай держи наготове. Хорошо. Все. С Богом. Дверь закрой. Давай, давай, давай. Товарищ полковник, все тихо, у меня печку топить собираются. Да. Да, да не беспокойтесь. Все запру. Угу. До связи. Теперь нам никто не будет мешать. Эта штука не нужна. Она тебе не поможет. А теперь я буду резать тебя на куски. Что ты там шепчешь? Боишься? Правильно, бойся. 119, 120. Время вышло. Лицо в пол! Лёх, я сказал! Не дергайся. Ну что, голубь? Попался? Пакуйте время. Так точно. Встал! Спасибо, парни. Пошел! Ну что, Гликерий Васильевич, ты как? В порядке, товарищ полковник. Ты реально, ты жизнь рисковала. Ты молодец. Ну, зато теперь по-любому сядет. А иначе покушение... Подожди-ка, давай-ка вот так вот сделай, да? А иначе покушение на убийство сложно было бы доказать. А мог соскочить, а? Так что риск оправдан, товарищ полковник. Это точно. Теперь не соскочит. И я тебя поздравляю. Ты молодец. Спасибо. Стой, ты куда? Нет, у нас тут лежбище Рахметова. Шамарин один раз уже присел, теперь пишет, как Пушкин. Стихами? Стой. Пушкин любил за конторкой писать. Это мы спектакль по Чернышевскому ставим, а у него Рахметов любил спать на гвоздях. Зачем? Ну, волю тренировал, скорее всего. А, Олимпиада Георгиевна! Никита обещал гвозди домой забрать, пока кто-нибудь еще не приобщился. Да, Данил Андреевич. Он сегодня зайдет и все заберет. Да, спасибо большое. Так, как все прошло? Все удачно? Да, как по нотам. Спасибо, Данил. Мы ведь до последнего думали, что мясник вернулся, и его искали. Если бы ты не составил профиль... В общем, все могло бы плохо кончиться. Я не понимаю, почему ты так уверен, что это не мясник? Мы ведь до сих пор
Не обладаем точной информацией, что за труп тогда выловили в реке. Ну а давай предположим, что он выжил. И вернулся сюда, чтобы тебе элементарно отомстить. Почему ты об этом не подумала, Давыдова? Потому что профиль, который составил наш эксперт, не совпадает. А если твой эксперт ошибся? Он не мог ошибиться. И когда прочла, поняла, что это Гапанюк. Смотрите. Это он обещал мне на суде голову отрезать. Гликерия, я пробил. Гапанюк сидит в тюрьме. Он на нарах за решеткой. Зато его бывший сосед по камере освободился 2 недели назад. Я когда прочла, сразу созвонилась с начальником колонии. Мы почти час разговаривали. Кто? Соколов. Отбывал за убийство. Спали с Гапанюком на соседних нарах. Когда поступил, его начали прессовать. Он обратился к Гапанюку, тот за него заступился. В общем, Соколов теперь его должник. А это, товарищ полковник, съемка с камер видеонаблюдения недалеко от моего дома. Неделю назад. То есть ты что хочешь сказать, что Гапанюк зарядил Соколова, чтобы тебе отомстить и тем самым перед ним должок закрыть? Ты нам помог понять, кого надо на самом деле искать. А дальше дело техники. За Соколовым установили наблюдение, а дальше разыграли небольшой спектакль. Доброе утро, товарищ полковник. Здорово, Давыдова. Поговорить нам надо. Слушаю. Нет, разговор будет приватным. Пошли. Вы его видели? Вообще-то он тебе с утра из дому пасет пинкертон. Головой не крути. Пошли, пошли. Поговорим. Начальник охраны доложил наверх, что тот типа погиб при попытке совершить побег. Подстрелили его. Чеславского, твоего мясника, в тот момент, когда он пытался лед перейти. А кто у них под этот лед ушел, они даже сами не знают. А если он выжил? Если он сюда вернулся, чтобы с тобой рассчитаться, ты об этом подумала? Ты и что? И что, и на работу теперь не ходить, что ли? Нормально, Митя? Во. Значит, еще раз повторяю, ты отстранена. Не нравится? Нет. Значит, ко мне в кабинет по собственному желанию и все. Нам было важно, чтобы он ничего не заподозрил. Чтобы он думал, что мы ищем мясника. А зачем было ехать в лес? Ну, отдельно стоящее здание легче контролируется. И во время операции нет риска, что пострадают случайные люди. Ну и воздухом подышать. В общем, Соколов в отделении дает показания, а я пришла тебя поблагодарить. А можно на этот раз без Кослинского литья? А то я вот первого коня еще не знаю, куда ставить. Ну тогда ты сам скажи, что ты хочешь в виде благодарности. Ну, давай твой пирог, у тебя отличные пироги. Пирогом я тебя и так угощу. Хорошо. Ну, тогда надо подумать. Ага. Что, читаешь? Показания Соколова? Угу. Дал признательный по факту покушения. А по убийству Степанова? Нет. Нет, я думаю, он действительно здесь ни при чем. Если бы нам Степанова в качестве пугала оставили, наверняка бы ему голову отрезали. А так ни способ убийства, ни место с Гапанюком никак не вяжется. В лесу-то мясник орудовал. Каким боком тут Гапанюк? Ну да. И охотничьего опыта у Соколова не было. А ловчая петля сделана профессионально. Для этого навык нужен. Но получается, по Степанову все сначала начинать надо. Ну, получается, что так. Как он в лесу в ночи оказался, я не понимаю. А что его собутыльники говорят? А, так, это где-то здесь у меня было. Вот. Спиртное кончилось, магазины закрылись, Степанов сказал, все в порядке. Я знаю, где взять. Давай еще раз туда скатаемся. Зря время теряем, Лик. Мы здесь все посмотрели, нет тут ничего. Просто не знали, что искать. Проверяй. Ну-ка, тише, тише. Спокойно. О! Ну и чуйка у тебя, Гликерия Васильевна. Ну, не иначе, как степановская заначка. Тише, мальчик, тише. У вас все в порядке? Нервничает, зверя почуял. Нет, зверей здесь нет, разве что бродячие собаки. На собак-то он обучен реагировать. Я отведу его в машину. Пойдем.
Рядом. Ну ты что? Пойдем в машину-то. Подожди. С этого дерева Степанова сняли, так? Ну, с этого. А там тропинка от моста, так? Да. Получается, Степанов, когда шел по тропинке от моста к своей заначке, он мимо этого дерева проходил. А убийца его здесь под деревом поджидал? Не его. И не поджидал. Эта ловушка была не для Степанова сделана. Здрасте. Приехали. А для кого? Не знаю. Ну, собака же зверя почуяла. Так, Жень, нужно проверить всех местных охотников и выяснить, чья это ловчая петля. Интересует вся дичь, крупнее лисы. Особое внимание тем, кто был раньше замечен в браконьерстве. Хорошо. Угу. Хорошо, ну давай посмотрим, что тебе выпадет. Давай. Так. Раз, два, три. Восьмерка мечей. Это у нас здоровье и энергия. Здоровье сейчас точно не помешает. Василий, по-моему, решил меня в гроб загнать. Не, серьезно. Ты же еще не знаешь, что он вообще вытворил. На улице мороз. А он, видите ли, решил погусарить в тонких ботинках. Смеешься, да? А он теперь кашляет, как чахоточный. А горчишники поставить – это ниже его мужского достоинства. Ладно. Так, а это у нас восьмерка пентаклей. Пентаклей. Это у нас благоразумие. Вот, благоразумия ему как раз и не хватает. Лилечка, скажи мне, пожалуйста, а мужики, они когда-нибудь взрослеют? Или вот этот вот ветер в голове, это у них навсегда? Ну, в сочетании с мечами восьмерка пентаклей говорит о благоприятном исходе дела, если не поддаваться панике и минутным порывам. Понятно. И проявить настойчивость. Хорошо. Будем уговаривать, пока не согласится. Ему калтин пусть пропьет. Да я ему купила растворимые таблетки. Между прочим, очень дорогие, говорят, хорошо работают. Так. Лик, записывай. Григорий Ульянов, 2000 года рождения. Постоянная регистрация, Калужская область, село Новое. Сюда приехал на заработки. Причина пожара, по всей видимости, замыкание. Классика жанра. Бросили провод, блок изолировали. Результат – замыкание, возгорание. А поскольку в помещении легко воспламеняемые вещества, краски, лаки, полыхнуло, будь здоров. Покойник наш, в момент возгорания, находился в помещении. И, вероятнее всего, попытался спастись от огня через окно. А почему не через дверь? А пожар начался оттуда. Бочки с краской кто-то умный прямо под дверью поставил. Ну, все, лень, матушка. Лом пронести лишних 3 метра и у стены составить. То есть выход оказался заблокированным? Именно. Думаю, он пока снизу хотел добраться до соседнего окна, но не смог, сорвался. Ну, собственно, все понятно. Аккуратно. Кроме того, что он здесь делал посреди ночи. Ну, не круглые же сутки они работают. А я думаю, он здесь ночевал. Это остатки матраса, насколько я могу судить. Серьезно? Экспертиза покажет. Послушайте, ну я же с вами на русском языке говорю. Никаких горючих веществ и материалов в помещении мы не храним. Они все складируются внизу у входа на объект. Я понятия не имею, кто и зачем их сюда перетащил. И несчастный случай произошел в нерабочее время. Какие ко мне претензии? Смена заканчивается в 20:00. Бригада покидает объект. Никого там быть не должно. Вокруг площадки забор. Ворота закрываются на ночь. На КПП дежурит сотрудник охраны. Если в нерабочее время кто-то находится на объекте, это к нему вопрос, не ко мне. Все? Все. А теперь давайте договоримся. Я сейчас вам вопросы задам, а вы на них ответите. Давайте. Если на объекте ночью никого не должно быть, откуда в помещении матрас? Какой матрас? Пружинный. Послушайте,
Я понятия не имею, откуда взялся матрас. Рабочие ночуют в общежитии. Я не знаю. Может, Ульянов как-то без моего ведома его туда протащил. Может, он этот матрас где-то нашел и потом хотел домой забрать. Я не знаю. Да, Михаил Андреевич? Да. Да, с полицией пока беседую. Нет, нет. Работать не разрешают пока. Развел бардак. Теперь вертится, как уж на сковородке. Смена заканчивается в 20:00. Конечно. Если вопросики задали. Че, мужики, перерабатываете? Да. По трое суток бывает на объекте торчим. Ну, когда оврал. А как отдыхаете? Там и отдыхаем. Ватники он побросали на пол, передохнули, ну и опять работать. Недавно он матрас принесли. 100 раз просил. Поставьте бытовку, чтобы люди могли поспать в тепле. Какой там? Экономят на всем. Это ж денег стоит. Общага у черта на рогах. Пока доедешь, уже полночи пройдет. Уже опять на работу пора. Вот правда, иной раз проще пару часов на объекте переспать. А не мерзнете? Да не, мы тепловую пушку ставим. Ну, когда с объекта уезжаем, то электричество выключаем, естественно, от греха. Но этой ночью электричество работало. Это Гришка, наверное, включил. Мы-то думали, он халтурит сегодня, а оно... Он чего? А Ульянов подрабатывал. Да где он только не подрабатывал. Он же на дом копил, поэтому за любую работу брался. А что за подработки? Да он не особо рассказывал. То там, то сям подряжался. Сейчас же строят много где, а он парень рукастый был. Ну, кому кирпич положить, где по столярке или электричество там. Вот недавно кому-то то ли эту вентиляцию, то ли климат-контроль ставил. А кому, где, неизвестно. Да не, говорю же, не особо разговорчивый был. Хотя, когда Петрович недавно его смен не досчитал, так распылялся. Так у Ульянова с прорабом конфликт был? Типа того. Гришка ему говорит, мол, жаловаться пойдет. А Петрович, куда ты жаловаться собрался? У тебя по документам здесь вообще нет. Так что ничего не докажешь. Угу. Там такой бардак на стройке. Странно, что это первый несчастный случай у них. Насчет несчастного случая я бы не был такой уверен. Нет. Вот здесь, видишь, черепно-мозговая травма. Он 10 метров упал. Конечно, черепно-мозговая. Такую травму при падении с высоты он получить не мог. Направление удара, видишь, сзади и сверху. А остальные повреждения говорят о том, что он упал лицом вниз. Да. Тело ничком лежало. Вот. Так что разбить затылок, да еще под таким углом, шансов ноль. То есть, получается, его кто-то ударил? Возможно. Тяжелым предметом с плоским дном. К примеру, банкой с краской. Возможно. А во сколько была получена травма? Непосредственно перед смертью. Где-то в районе получаса, между 10 и 11 вечера. Ага. Ну, выходит, не было никакого несчастного случая в результате преступной халатности. А скорее всего, еще одно убойное дело. А я говорила, что на этом дело не кончится. Я предупреждала. И вот, пожалуйста, это опять произошло. Что это? Ты что, не слышал? Еще одна смерть в колоде Таро. И я уверена, это убийство. Я считаю, ночью в башне случилась ссора, в ходе которой преступник ударил Ульянова по голове, оглушил и, может быть, подумал, что убил его и устроил пожар, угу, чтобы скрыть следы преступления. О, да, когда пожар разгорелся, Ульянов приходит в себя, пытается выбраться, срывается и погибает. Так? Так точно. Ссора по пьянке произошла? Не похоже. Следов алкоголя в крови Ульянова не найдено. Угу. И рабочие говорят, что он не пил. Да и на месте преступления следов банкета эксперты не обнаружили. Ульянова был конфликт с прорабом. Проверяем его алиби. И отрабатываем контакты, может быть, еще он с кем-то был в ссоре, или есть кто-то, кто желал ему зла. Ну что, ну есть. Отрабатывайте, проверяйте все. Свободно.
Данил, я все поняла. Он хочет навредить Лилечке. Это ваши подруги, которые Таро увлекаются? Да. А кто он? Ну, тот, кто совершает убийство по колоде Таро. Он пытается скрыть убийство Лилечки. Подождите, так она же жива? Ну, конечно, жива. Как тогда, какое убийство он пытается скрыть? То, которое планирует. Его настоящая цель — это Лиля. А все остальные убийства — бродяга в лесу, рабочие на стройке — это все для отвода глаз. Ну, чтобы запутать полицию. Ну, как у Агаты Кристи. В убийствах по алфавиту. Помнишь? А вы вот об этом с кем-нибудь еще говорили? С кем? Василий вообще мое увлечение Таро считает ерундой. Ну, почему же ерунда? Таро — это очень даже неплохая проективная методика. Ничем не хуже метафорических карт, которыми пользуются психологи при работе. Помогает из подсознания вытащить важные вещи. Я и сам пару раз хотел попробовать. Ну, как-то руки не доходили просто пока еще. Данила, может быть, ты прямо сейчас попробуешь? М? Ну, сходишь к Лиле Альбертовне и попытаешься выяснить, кто может ей желать зла. Олимпиада Георгиевна, если вашей подруге действительно угрожает опасность, то нужно подключать полицию. Это ты на Гликерию, что ли, намекаешь? Нет, она меня слушать не станет, я даже пробовать не буду. Давайте, я с ней поговорю. Да, Олег, привет. Я хочу тебя увидеть. Да. Давай, в парке через час. Я обещал подумать, что я хочу в качестве благодарности. Так. Я подумал. И что же? Мне нужна ты. Согласна стать моей девушкой? Ненадолго. На один вечер. Я даже не знаю. Это касается подруги Олимпиады Георгиевны. Она таролог. И Олимпиада думает, что той угрожает опасность. Жутко переживает. А я согласился помочь. Так что мы с тобой идем к тарологу как клиенты и во всем разбираемся. К тарологу? Да. А вдвоем можно? Как пара можно. Это как семейный психолог. Ну, пойдем тогда. Кофе, чай? А кофе, пожалуйста, для Лики. Чай, да, Данила? Да. Будьте добры. Спасибо. Итак, вы хотите сделать расклад на будущее? Да. Знаете, у нас сейчас сложный период, и нам нужен совет. Очень нужен. Ну, должна предупредить, что карта не всегда показывает приятные вещи, но зато не врут. А вы не боитесь? Наверное, не все клиенты хотят слышать правду. Всегда есть недовольные, но дело житейское. А скандалы, угрозы, физической расправы, нападения, бывает такое? Я просто в полиции работаю, а мне Данила говорит, что у меня профдеформация. Никогда такого не говорил. Но думал, я следователь, я вижу. Ну, скандалить пару раз пытались, но до угроз, слава богу, пока дело не доходило. Вообще, у меня спокойная клиентура. По сравнению с городской поликлиникой, так вообще просто рай на земле. Я 20 лет проработала в регистратуре. Серьезный опыт. Да, поэтому меня напугать сложно. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут с вами получается. Так. Ну, кризиса в отношениях я не вижу. Кубки — это... Скорее, переезд, смена места жительства. Вы никуда уезжать не собираетесь? Да, я как-то пытался вернуться в Москву один раз, но остался из-за Гликерии. Я взяла с него подписку о невыезде. Могла бы и не брать, я бы все равно не уехала никуда. Серьезно? Десятка пентаклей — это очень хорошая карта. Означает энергию, полноту, насыщенность жизни. Ой, с этим у нас вообще нет проблем, да, ведь? Вообще. Тройка пентаклей – это работа, но в личном раскладе
указывает на новый этап отношений. Вам предстоит сделать решающий шаг и перейти к более зрелым формам союза с партнером. А это, простите, каким? Более открытым, более доверительным. Старший аркан, жриц. Смотри, на тебя похоже. Одна из лучших карт в колоде Таро. Очень сильная и позитивная. Символизирует изобилие, скрытые возможности, интуицию. Я же говорю, на тебя похоже. Служит ключом к таинственной истине, неподвластной логическому мыслящему разуму. С моим начальством, к сожалению, таинственная истина не проканает. А еще эта карта означает терпение, великодушие и умение прощать. Вам повезло. Спасибо, да, я знаю. Двойка кубков. Ну, это любовь. Это карта прояснения ситуации. Вы поймете нечто важное о своих отношениях, но для этого вам потребуется серьезный разговор или избавление от иллюзий. Бояться не надо, это необходимый этап. Отшельник. О, это моя карта. Замкнутость, эгоцентризм, ригидность. Со мной тяжело бывает иногда. А мне все нравится. Да, а еще эта карта символизирует независимость от чужого мнения, поиски истины, путь к себе. Поиск истины – это наше все, да. Здесь не поспоришь. В целом, отличный расклад. Олимпиада была права, вы очень друг другу подходите, и карты это доказали. А скажите, а расклад можно на что угодно делать? Вас что-то еще интересует? Да, я вот повышение очень жду. Обещают, обещают, и все как-то вот. Я про него хотела бы узнать. Люди приходят с самыми разными запросами. Например, одна клиентка ко мне целый год ходила за раскладом на благородную плесень. На что? Ну, хотела знать, приживется ли на сырах голубая плесень. Или не приживется. Да, и вот я ей каждую неделю делала расклад. У них с мужем ферма и сыроварня, так что вопрос насущный. А это та сыроварня, которая за Монастырской находится? Да, она самая. А, кстати, сыр оттуда вы попробуйте все-таки. Ну, должен сказать, что с плесенью все в порядке. Да, Зоя сказала, что после того, как им наладили систему вентиляции, сыр стал созревать как положено. Лика просто пикантные сыры не очень любит, а вот я прям острые люблю. А не знаете, они случайно Рокфор не делают там? Вы знаете, я не очень разбираюсь. Ну так что, вентиляция сделали, и что, эта клиентка к вам больше не приходила? Зоя почему? Ну а как, плесень прижилась, все, вопрос решен. Или она, может быть, просила расклад на что-то другое сделать? Очень интересно, что вы об этом спросили. Я как-то не придала значения сразу, а сейчас думаю, как странно. Что странно? Последний Зоин визит. Это было во вторник. Она пришла поздно, в районе 20:00. Ну, это вроде не слишком поздно. Ну, это для вас и для меня, но не для Зои. На ферме встают в 4:00, а ложатся они вместе с курами, поэтому... И пришла она такая вся на нервах, без звонка. Это точно во вторник было? Мне нужен ваш совет. Зоя, успокойтесь, присядьте. Да. Что случилось? Может, вам валерьяночки накапают? Нет. Сделайте мне расклад. На что? На ситуацию. Так. Ну, давайте посмотрим. Так. Колесо фортуны, дьявол. Карты говорят, что ситуация действительно серьезная. Ну, конечно. Что мне делать? Я бы сказала, проявить волю и действовать решительно. Видите, паш мечей – это карта решительных действий. Не поддавайтесь страхам и слабости, и сможете разрешить ситуацию благополучно. Это точно. Это то, что говорят карты. Сделайте еще один расклад. Мне нужно знать наверняка. Зоя была сама не своя. Я уж не знаю, что у них там случилось, но после того, как я ей сделала расклад, она выбежала, как будто за ней гнались, да шапку забыла. И это в метель.
я не очень заговорила. Нет-нет, вы что, очень интересно. Но нам пора. Мы, кстати, можем завести вашей клиентке шапку. Мы как раз мимо поедем, да, Данила? Да, мы как раз будем проезжать мимо. А мы давно хотели на эту сыроварню, и рекламу видели, и мечтали все попасть, да, и как-то мечтали. Не складывалось. Да все, не складывалось никак. А тут такая возможность. Угу. Ну, да, почему нет? Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо, да. Данила, мы молодцы. Ой, еще какие. Слушай, я думаю, что полей связаны с обоими делами. Смотри, в понедельник недалеко от фермы туристы находят тело Степанова. Так. Во вторник Зоя Полей в великом волнении бежит к тарологу, делает аж два расклада, а потом убегает в метель, забыв шапку. И через несколько часов погибает Ульянов. Рабочие из его бригады сказали, что как раз недавно он кому-то заменял вентиляцию. И Лиля сказала, что Полей себе недавно сделали систему вентиляции в сыроварне. Да. Не думаю, что это совпадение, уж очень все одно к одному. Лилия Альбертовна сказала, что на ферме рано спать ложатся. Поехали, надо успеть. Давай. Значит так, строишь из себя столичного гурмана, дегустируешь сыры, расспрашиваешь про плесень. В общем, зубы им заговариваешь. Сколько про плесень расспрашивать? Думаю, минут 30 мне хватит. Я пока осмотрюсь, с персоналом поговорю, потом наш подъедут. Давай. Давай. Значит, вы... И за животными присматриваете, и за фермой, и на складе. Не тяжело? Ой, еще как. Пока до дома доеду, с ног валюсь. И потом утром тоже на ферму, и так каждый день. Ну, платье-то хоть хорошо? Да платье неплохо. Кого-то только еще вовремя все время. То сейчас до сих пор не заплатили с того месяца. Говорят, денег нет. А насколько мне известно, дела вроде бы хорошо идут. Ага. А вы их слушайте больше. Так-то оно, может, и ничего. А на самом деле-то хозяева все в долгах. Не везет им что-то. То одно, то другое. Вот сыры портились. Но вентиляцию починили. То вот сейчас волк на ферму зашел. Четырех коз уже зарезал. Ну, хозяин ходит с ружьем, ловушки ставит, только ничего не помогает. Хитрый зверюга. А ловушки, это же, как мне известно, не очень просто. А Зоя Михайловна говорит, у него батя охотником был. Ну, видать, научил. А почему бы в лесничество не обратиться? Егеря бы в два счета с этим волком брать. Ну, а они же в санинспекцию позвонят, и что, и фирму закроют минимум месяца на три. А скажите, кто вентиляцию делал? Просто я дом строю, мне бы тоже хорошего мастера, сейчас с ним беда. Ну, Гришка. Он вообще такой. Мастер на все руки. Так он на стройке работает. А сюда хозяин его на выходные приезжает работать, да. Вот вчера должен был прийти на склад, проводку делать, только что-то пропал. Угу. А это перчатки хозяина? Да. А что, вы почему спрашиваете? Мы можем пройти в дом? Мне нужно оформить ваши показания. Голову аккуратней. Вот так. Долго да. Еще? Надо, конечно, лабораторное сравнение образцов провести, но готов спорить, что это вот та самая веревка, из которой изготовили ловчую петлю. И краска на перчатке, думаю, совпадает с той краской со стройки, где убили Ульянова. Не пойму, это что, козы так пахнут? Или тут помер еще кто-то? Это сыр, Паш. Интересно получается. Люди дрянные, а ракфор делают хорошие. Данил, ты можешь в машину пойти, подождать меня там?
Только пакет хорошенько закрою, а то потом выветриваться неделю будет. Да, дорогая. Итак, вы пошли в лес проверить ловушку и обнаружили, что вместо волка там находится человек. Да и когда пришел, он уже мертвый был. Давно. Я бы все равно не помог. Почему полицию не вызвали? Из-за жены. Да это просто несчастный случай. Но никто здесь не виноват, ну. Ты поставил ловушку. Как ты думаешь, кого они обвинят? Ты сядешь в тюрьму. За убийство сядешь. А меня ты хочешь одну оставить? Ты этого хочешь? Тихо ты! Чего ты орешь? Чего я не хочу? Ты обещал, что бы ни случилось, ты меня не бросишь, что мы будем вместе. Ты не можешь так со мной поступить. Ты не можешь пойти в тюрьму. Пожалуйста, обещай, что ты будешь молчать. Сделаем вид, что ничего не случилось и что мы ничего не знаем. Ему все равно уже не поможешь. Зоя, ты такая простая. Прям никто не узнает. Да пусть висит у нас в огороде труп. Откуда они узнают? Пока снег не сойдет, они его никто и не увидит его. Обещай, что ты будешь молчать. Пожалуйста. Хорошо. Если бы не эти блогеры, все было бы хорошо. Черт их понес в этот лес. А Ульянов, он обо всем узнал, да? Да, он слышал, как мы разговаривали. Потребовал денег. Он сказал, если заплатим, он будет молчать. Но гарантий-то никаких. Сегодня он молчит, а завтра в полицию пойдет. Или еще денег потребует. И снова, и снова. Так может никогда не кончиться. И вы пошли за советом к Лилии Альбертовне. Я просто не знала, что делать. Да я ей говорил, не ходи. Она говорит, карты показали, надо действовать, все получится. Получилось. Вы договорились встретиться с Ульяновым на объекте, верно? Да, там ночью никого нет. Меня там не было. Муж один пошел. Как один? Да, один. Вы были вдвоем, Зоя Михайловна. На месте происшествия криминалисты обнаружили ваши следы и отпечатки пальцев. Интересно, как? Там же все сгорело. А вы меня просто пытаетесь подловить, или как там у вас это называется? Сгорело не все. Ваши отпечатки были найдены на бочке с краской, которой была заблокирована дверь. И я просил ее помочь мне передвинуть бочку. Тяжелая была. Сам не справился. Мы передвинули и ждали Ульянова. Вы одна? Да. Муж сейчас подойдет. На, пока. Пересчитай. Ну что, пойдем? Да. Да. Сейчас, сейчас. Буду все отрицать. Ваше право. Допрос окончен 23:45. Спасибо. Вот ты не веришь, а Данил Андреевич сказал, что благодаря картам Таро полицейские раскрыли два убийства. И ты считаешь, что Данила поверил этим гаданиям? Это не гадание. Это проективная методика. И, между прочим, Данил взял почитать популярную тарологию. А вот ты, Фома неверующий, ты бы у Лики спросил, как им удалось этих преступников найти. А ты, кстати, знаешь, что у Лики с Данилом роман?
улики с библиотекарем. Ты что, серьезно, что ли? Да. Лилия Альбертовна тоже так считает. Она им расклад делала. Да ладно, Дань, не будь занудой. Я тоже хочу себе сделать расклад. Ты же свой получил? Вдруг мне тоже выпадет что-нибудь приятное? Смерть. Ну, это и без того было понятно. Ты книжку не дочитал, что ли? В колоде Таро смерть — это очень хорошая карта, одна из лучших. Старший аркан смерть символизирует трансформацию, открывающиеся новые возможности, начало новой жизни, которая приходит на смену старой. Новая жизнь, Даня. Не в метафорическом смысле. В самом буквальном. Новая жизнь в буквальном смысле слова. Новая жизнь в буквальном смысле слова. Новая жизнь в буквальном смысле слова. Старший аркан, жрец. Другое название — Иерофант. Жрец — Иерофант. Жрец — Иерофант. Это же очевидно. Это же очевидно. Разумеется, как же. Это же очевидно. Я должен был раньше догадаться. Это не смерть, это инсценировка.